Відкрита трибуна. Чи купуєте ви рибу влітку і де саме? Покупаю рибу літом, так як я круглий год їм рибу. Більше люблю, ніж м'ясо. Ні, я рибу не покупаю, тому що літом вона може бути не самого лучшого качества. І тому желаю всім не покупати її літом. Вообще я рыбу стараюсь вообще не куплять летом. Ну, у нас, как сказать, сохранение рыбы, то есть, как правильно сказать, я не знаю даже. Ну, в магазинах нету належной температуры. Ну, рыба не очень, конечно, летом. Я стараюсь ее не куплять. Рыбу в основном летом нет, потому что, ну, зимой попроще. Только единственное, что сушеную, ну, более она как бы доверие больше вызывает, чем свежая, потому что неизвестно, сколько она может лежать на прилавках, даже во льду. Ну, поэтому, к сожалению, рыбу летом очень-очень редко, это если надо, а так нет. Ну, в литку рыбу мало покупаю, хотя рыбу очень люблю рыбу. А где? Ну, вы знаете, сейчас есть спортивные озера, и если там рыбу ловят и предлагают купить, я покупаю. А вот в сельпо, в АТБ, в Арусе не покупаю. Она там очень перемороженная. Ну, в общем, она не имеет товарный вид. Да, я покупаю рыбу летом, чаще всего в супермаркетах, потому что я не доверяю рыбу, если покупать с прилавка. Ну, сам я рыбу купляю в магазинах, в основном морскую. Так я люблю такую рыбу. А на рынках, ну, на рынках теж можна купляти рибу. Якщо підходите, бачите, є холодильна вітрина, охайний продавець, що ж не скупляти? Скупляєтеся. Відкрита трибуна.